Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу. По миру распространяется новый вирус. Лихорадка Зика обнаружена в 27 странах Северной, Южной и Центральной Америки. Вирусом заражены уже почти 2 миллиона человек. Лихорадка Зика угрожает летним Олимпийским играм 2016 года в Бразилии. Вирус передается людям при укусах зараженных комаров. От недуга еще нет вакцины. Он особенно опасен для беременных женщин. Мозг младенца, пораженный этой болезнью, постепенно высыхает. Отечественные медики успокаивают: казахстанцам Зика не угрожает. Климат помог. В более с климатом прохладным странам эта инфекция не распространяется, потому что нету переносчика. В первую очередь, как само название говорит, это повышение температуры тела. Лихорадка тела, это человека, озноб, повышение температуры до средних и высоких температур. Все же в аэропорту Алматы усиливают меры безопасности. Сейчас все пассажиры, прибывающие из теплых стран, в особенности из Бразилии и Африки, проходят дополнительный досмотр. Если у пассажира зафиксируют первоначальные симптомы, его сразу же изолируют. Наблюдаются, не досматриваются, наблюдаются пассажиры на предмет возможных состояния здоровья пассажиров. И в зависимости от жалоб или информации, которая поступает, или вот мы используем современные тепловизоры американского производства, которые позволяют идентифицировать пассажиров, которые находятся в стадии заболевания или плохо себя чувствуют. Для этого в аэропорту имеется специальная карантинная часть в случае выявления таких пассажиров. Специалисты Департамента по защите прав потребителей работают с турфирмами и предупреждают их об опасности. Если горожане все же решат путешествовать в тропические страны, то им советуют одевать закрытую одежду и постоянно использовать средства против комаров. Ведь именно насекомые оказались разносчиками этой лихорадки. Ардак Камал, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.